мать! Направление помнишь? Да. Ой, извините, я буду орать. Да. Да. Громко готова. Готова. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вперед! Деревья. Не трожь меня, береза. Береза, уйди. Не трожь. Ух ты, почки. Какая красота. Тетка перегорел, как лампочка, что тебя во дворе твой печкан. Я не понимаю, как можно не кричать. Поэтому я удивляюсь тебе, что ты молча сделал это. Потому что я там хотела материться, как я не знаю кто, просто как сапожник. Да. Я вещу. У меня поясница со мной уже попрощалась. Ну, пока здесь долго стояла, устала. Пока залезла, там я уже лежала просто. И сейчас чувствую, что... все хорошо. Единственное, когда я так волнуюсь, у меня тело начинает трясти. Мне мальчики наверху помогали просто забраться и стоять там. Прыгнула я, ну, в смысле, по экзиту, ну. Но вот именно стоять... Да, да.
Но из-за того, что я волнуюсь, у меня все тело трясет, они меня просто поддерживали, чтобы я просто равновесие не потеряла и оттуда. Ага. С этой, с левой стороны? Я есть груд. Ну, хрен. Да. А еще у меня шлем очень качается, сейчас слетит уже совсем. Шлем болтается, сейчас слетит. Сейчас чуть пониже спустят. Готов меня ловить, если назад толкнусь? Ой, меня поднимают.